Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 235. Имеют ли корни уравнения? Итак, уравнение А. 3х плюс 7 равно 9 плюс х плюс 2х. Итак, первое, что мы делаем, раскрываем скобки. Никаких минусов нет, поэтому скобки просто исчезнут. И справа будет 9 плюс х плюс 2х. Согласно решению линейного уравнения, мы приводим подобное. 3х плюс 7 и справа получается 3х плюс 9. Переносим в левую сторону минус 3х с противоположным знаком, а вправо переносим минус 7. 0х равно минус 2. Такое уравнение корней не имеет, поскольку любое число, умножив на 0, мы получим 0, а справа минус 2. Корней нет. 5х минус 1 равно 4 умножить на х плюс 2. Минус 9 минус х. Итак, 5х минус 1 равно 4 умноженное на х плюс 8. Минус 9 плюс х. Мы умножили первую скобку на 4, стоящую справа, и раскрыли вторые скобки, перед которыми стоит знак минус. Итак, теперь переносим 4х и х влево со знаком минус, а справа 8 минус 9 и плюс 1. Получаем, что 0х равно 0. Подставляем вместо х любое число, мы получаем верное равенство. Соответственно, х может быть любым числом. Х квадрат равно х. Итак, перенесем х влево и вынесем за скобки. Получаем произведение, равное нулю. Х умноженное на х минус 1 равно нулю. Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Х умноженное на х минус 1 равно нулю. Х равен нулю или х равен единице. Х плюс 1 равно х минус 1. Х минус х равно минус 1 и минус 1. 0 умножить на х равно минус 2. Как и в первом примере, уравнение корней не имеет, поскольку умножая на 0, любое число мы получаем всегда 0, а не минус 2. Следите за новинками на нашем сайте и подписывайтесь на наш канал.